А в Рыбинске строят газотурбинный завод стоимостью 120 миллионов евро. Об этом сообщило агентство ИТАРТА со ссылкой на руководство энергетического комплекса «Интеррао». Завод планирует ввести в эксплуатацию уже во втором квартале нынешнего года, а началось строительство в ноябре 2012-го. Предприятие будет заниматься производством, продажей и обслуживанием газотурбинных установок. Они существенно повысят эффективность региональных энергетических комплексов, при этом будут отличаться низким уровнем вредных выбросов. Объем производства на первых этапах составит 14 установок ежегодно.